Bonjour, Monsieur le Président. Hervé Asquin de l'agence France Presse. Monsieur Poutine, vous aviez reçu au Kremlin, c'était en mars, la candidate du Front National, lui apportant un soutien au moins tacite dans la campagne présidentielle française. Et puis on vient de l'évoquer aussi, il y a eu cette affaire des hackers, peut-être russes, qui se seraient mêlés de cette campagne française. Alors je vous le demande, et je le demande d'ailleurs à tous les deux, à vous voir à cette tribune aujourd'hui, l'un à côté de l'autre, on n'a pas le sentiment que la relation franco-russe soit encore très chaleureuse, mais est-ce que cette rencontre a permis de la réchauffer quelque peu ? Обращаю ваше внимание на то, как этот вопрос был сформулирован. Во всяком случае, перевод был такой. Вы спросили, говорят, что, может быть, вмешивались российские хакеры. Уважаемый коллега, ну как можно комментировать такие вещи? Говорят, кто говорит, на основании чего говорит, непонятно. И второе, может быть, российские хакеры, а может быть и нет. И на этом основании мы делаем какие-то выводы, что ли? Ну, пресса может себе позволить делать какие бы то ни было выводы. Ну, пресса для этого и существует, чтобы знакомить граждан с различными точками зрения. Но в политике это путь в никуда. Основывать какие-то предположения, основывать свои действия, либо складывать свои впечатления о чем-то, либо о ком-то на основе ничем не подтвержденных предположений. Это первая часть. Вторая по поводу приема в Кремле госпожи Ле Пен. Она не первый раз приезжала в Москву. Она регулярно в Москву приезжала. Я не считаю, что ее взгляды, касающиеся сохранения идентичности европейских народов, касающиеся укрепления суверенитета европейских стран, лишены всякого основания и являются бессмысленными. Я так не думаю. Моя позиция может не совпадать с другими моими коллегами, но я всегда выражал ее открыто. Это первая часть. А вторая заключается в том, что мы готовы принять вообще любого человека. Всегда. Но если госпожа Ле Пен попросила нас о встрече, почему мы должны отказывать? Тем более, и вот это самое главное для нас, что она публично всегда занимала позицию на развитие отношений с нашей страной. Было бы странно с нашей стороны отпихнуться от тех политических деятелей в Европе, которые хотят развивать многоплановое сотрудничество с Россией. Вот и весь ответ. Но это совсем не значит, что мы пытались как-то повлиять на выборы. Да это и невозможно. Мы же прекрасно отдавали себе отчет в реалиях политической жизни во Франции. Вы думаете, что мы не знали опросов общественного мнения, не понимали, что происходит, не понимали, у кого, за кем предпочтение большинства французов? Но мы это все прекрасно видели и понимали. Но и последнее. В таких вопросах мы же не дети, правда? Мы занимаемся серьезным делом. И кроме текущей политической конъюнктуры, есть фундаментальные интересы народов России и Франции. Именно этим мы с господином президентом и руководствуемся, и будем руководствоваться в своей деятельности.